Приветствую, дорогие подписчики, гости моего канала. Сегодня у нас 26 мая, сегодня у меня второй пробный рабочий день в магазине T-Good. Сегодня я там отработаю и подробно вам расскажу, как прошел мой второй рабочий день. Ну что, пошлите работать? Ну что, друзья, я решил перебраться в квартиру, потому что на улице стало уже прохладно. И сейчас я вам расскажу о втором пробном своем рабочем дне, который проходил у меня 26 мая. Этот день был сразу после праздника, который проходил в Германии 25 мая. Мужской день, Männertag. И это был тоже один из напряженных дней, потому что много людей шло в этот день в магазин закупаться продуктами уже после праздника. Если 24-го шли закупаться к празднику, то теперь шли закупаться уже продуктами после праздника. Вот, придя этот день, хочу сразу сказать, что у меня начался немножко по-другому расписание. Он у меня проходил с 10 утра и до 16 часов дня. Я прибыл туда где-то, наверное, опять же, немножко раньше, половины десятого. И подошел к шефу, он мне сказал, что я могу переодеваться. Я переоделся, и он сказал, что сегодня я буду работать с Маркусом. Это тоже молодой человек, который там работает. Он пришел, подвел меня к нему, сказал, что мы будем сегодня работать вместе. И сегодня я буду заниматься разбором соков, минеральных вод, пива, лимонадов различных и тому подобное. В этом, то есть, как бы, отделе. Маркус сразу сказал, что там стоит одна большая палетка с соками, и мне нужно сначала разобраться с этими соками. Что, в принципе, я и стал делать. Пока он там занимался пивом, я разбирался с этими соками. В принципе, тоже была сложность в том, что большое очень количество соков. Но он мне подсказал, что в отличие от молочной продукции, гораздо легче будет найти тот либо иной сок, потому что, допустим, одна и та же марка выпускает несколько соков, различных соков, и они чем-то даже между собой похожи. Но в каждом ценнике, ценник, допустим, стоит, и там стоял номер. И этот номер совпадал со штрих-кодом на упаковке. Поэтому, брав тот или иной сок, я смотрел, если они были похожи, визуально похожи, брал, смотрел этот штрих-код и сравнивал с тем штрих-кодом, который стоял на ценнике. Тоже, как я бы сказал, что было сложно, что большое разнообразие различных соков в Германии, начиная от био-соков, заканчивая простыми соками, да, и я наблюдал такую картину, что очень-очень много пожилых людей, в основном бабушек, подходили в этот отдел соков и покупали именно био-соки, потому что этот магазин T-Good специализируется в большей своей степени на био-продуктах, там очень много био-различных продуктов, вот, и поэтому био-продуктов, именно касаемо соков, био-соков было тоже много, и вот в основном бабушки подходили и брали различные био-соки. И также спрашивали меня, где находится тот или иной сок. Я их всех отправлял к Маркусу, потому что я тоже говорил, что работаю здесь всего лишь второй пробный рабочий день. На что, кстати, они мне сказали, а почему сегодня так вежливо отвечают в этом магазине? И я задумался, а может быть, до этого отвечали гораздо хуже. Но я не могу так сказать, потому что все те люди, которые работают в этом магазине, продавцы, они очень вежливые, очень отзывчивые и всегда помогали и мне, и покупателям. То есть, если я подойду даже, не было рядом Маркуса, с которым я работал второй пробный рабочий день, подходил к любой другой женщине-продавцу, которая работала в совсем другом отделе, и спрашивал, вот не могу найти тот или иной сок, где он находится. Она бросала все свои дела, шла вместе со мной, показывала, где находится тот либо иной сок, и потом уходила дальше, продолжала делать свои дела. То есть вот такие вот отзывчивые люди как бы встречались мне в этом магазине, и это меня очень даже порадовало. Одна бабушка тоже во время, пока я разбирал соки, подошла ко мне, говорит, о, говорит, опять новенький сегодня. Я говорю, ну да. А говорю, что так часто меняется? Она говорит, нет, просто, говорит, я первый раз сегодня вас вижу, первый день. Говорит, вы откуда? Я говорю, из Апольда. Говорит, нет, из страны, из какой? Говорю, из России. Говорит, о, из России приехали, вы здесь живете. То есть немножко тоже с ней поговорил, с бабушкой, с этой рассказал немножко о себе. Она пожелала мне удачи, чтобы у меня все получилось и тому подобное. То есть такая тоже позитивная бабушка.
Вот. После того, как я разобрался с соками, я с ними разбирался приблизительно около 2 часов. То, что была большая палетка, и было очень-очень много различных видов этих соков. Меня потом Маркус отправил на минеральную воду. То есть, привезли сразу где-то 2-3 больших вот этих палетки с минеральной водой, лимонадами, пивом тоже. Нет, пиво это было потом. С минеральной водой и лимонадами. И мне нужно было вот эти 3 палетки сразу разобрать. Такие большие палетки. Что, в принципе, я и сделал. Я сделал тоже довольно-таки это быстро, в течение, наверное, 2-2,5, может быть, часов. Он сказал, что потом, когда я все это сделал, я говорю, я уже все сделал. Он говорит, не может быть, честно? Я говорю, ну да. Он говорит, какое же тебе еще задание придумать? Потому что я довольно-таки, наверное, может быть, быстро работал, и они уже на протяжении долгого времени работают и знают, как нужно работать, в каком ритме, в каком темпе. А я работал, ну, как бы, дома сидел, мне хотелось работать. Поэтому я работал, может быть, довольно-таки быстро. Тогда следующим этапом для меня он сказал, что будет это разобраться с пивом. Нужно мне было взять листочек и записать, каких видов пива, там их было очень большое количество этих видов пива тоже, мало находится именно в этом отделе, в пивном отделе. Я должен был записать, сколько ящиков нужно было привезти, принести. После того, как я прошел, все просмотрел, записал, он меня отправил на склад, где хранилось пиво. И там лежали ящики с этим пивом. И взял, дал мне пустую палетку, вот эту каталку. Я должен был туда нагрузить определенное количество ящиков пива, которое мне требовалось, которое я для себя записал, и привезти их и разложить. То есть, ну, это уже меня заняло немножко больше времени, потому что мне нужно было найти это пиво сначала на складе, потом его загрузить на эту палетку, потом нужно было отвезти и разгрузить. И вот как раз приблизительно до конца своего рабочего дня, до 16 часов, я занимался этим делом. Я как бы работал вот этими с ящиками пива, грузил, искал, грузил, привозил, разгружал. То есть вот так вот полностью у меня был день занят, как бы перетаскиванием довольно-таки тяжелых ящиков и палеток с водой и тому подобное. И в конце дня уже почувствовал, что мои руки просто-напросто болят. Ну да, все-таки это сказалось, то, что 6 часов постоянно занимаешься и как бы носишь какие-то определенные тяжести. Вот так вот потихонечку подошел мой день, второй пробный рабочий день к концу. И меня ждал еще один пробный рабочий день. Это уже было 27 мая.